Так, работаем, работаем. Так, хорошо. Руку, да, чтобы он убирал руку. Вика, поезд. Ты меня снимаешь? Сюда. Да, вот сюда, ворота. Так, вы сюда перешли. Николай.
Шагов и не бросить здесь. А там сделал шаг, все, это жизнь.
Пару минут. Показать, да? Аджина, че? Кто там? Саша? Там становишься, сунешь. Можешь вон там стоять. Давай, встали, суди. Команда, Аджина, Мате. Уходим за ковер, говоришь, Мате, стоп. Я сейчас принесу. Что показываешь? Ну, ну, ну! И пол! Макс, отлично! Продолжаем дальше, Макс! И пол! Не вижу Таня, а ты? Дальше! Ты как игрок, Николай? Я сказал! Боремся, боремся дальше. Макс, три победы. И пол. Базарь. И пол. Бог любит троицу. Три победы должны быть. До конца. Алекс.
Александр. Честь. Вот. Александр. Так, и сюда выйдет у меня Баби. Со мной. Давайте его. А Баби. Ванюша, да. А ты идешь там. Саша, ты судишь там. Андрюха. А, Андрей. Андрей. А я в туалет, можно кто-то другой. Конечно, в туалет. Андрей, посуди там, пожалуйста. Я здесь. Оставим туалет. А, Николай. Да. Готовы? Захват четкий. При бросках на него не падает. Но его может не расслабляться. Готовы? Так. Денис. Денис. Объясняю, ребят. Ручки поставь так. Если вы боретесь отсюда, раз прошли, подняли, бросили, это шидово. Перед тем, как у тебя одной рукой должен быть захват. Потом раз, и потом только можно брать. То есть захват нужно держать. Я не видел все, поэтому я не говорю там шидо, не шидо. Просто посмотри. Обязательно одной рукой нужно держать захват, а потом уже проходишь. Если так пройдешь, дадут шидо. Готовы? Чуй! Сашенька. Николай, иди, сам иди по... Так не ты, Саша, ты ушел. Вот этот, Саша. Да, Саша, да. А ты судишь, Саша? Хорошо. Хорошо, да? Хорошо. Остановись. Четыре минуты, Саша. И бросайте, и аккуратно. Не расслабляться. Вот хорошо. Не расслабляйся, да, пока он держит захват или стоит сзади, или близко. Не расслабляйся. Отлично, отлично, отлично. Этот...
опустил, все. И еще, посмотри, да. Держишь здесь голову и ногу. И он выпрямляется. Что нужно? Убираешь руку с головы и садишься ниже. Да, он не сможет. Мате. Мате. За что? Заправились. Я вам, наверное, вырежу, как наши ребята, с кем поборолся этот. Принесу здесь, вам покажу. Нет, просто их не поединки, как они боролись. Как? Нельзя ходить, мат. Нельзя, за это шида дают. Ты должен встать на одном месте и ходить. Это дзюдо. Это такая борьба, где, если тренер, значит, вы знаете, да, идет команда, хаджиме, борется. Тренер должен молчать. Команда мате, в это время могу что-то подсказать. Хаджиме. Все, я должен... Он вышел, шида. Два шага вперед. Так, не поворачивайся. Сорок мате. Ушли с ковра. Так. Сейчас мы дадим бороться так. Вика, берешь такая вот, да? 40. Ты не падаешь. Она берет запас. Помоги, аккуратненько входишь. Так, дальше. Эй, Петря, Николау, Аич. Так, перейдите туда, пожалуйста. Вы, Вика, сюда. Так, кто у нас еще не боролся? Саня отвечал у нас. Андрюха, да? Андрюха. Возьми, пожалуйста, Ванюшу. Ты жив? Я. Можешь? Я, Сергей Анатольевич. Кто? Ты? Да, я. Через вкладку. Да, я с ним. Нет, через вкладку. Через вкладку. Андрюха себя очень хорошо. Ну, пожалуйста, Андрей, Ванюша. Сможешь, Ванюша, или я дам это? Вань! Устанешь, скажешь нет, да, далеко не уходи. Да. Нет, Ванюша, сюда, пожалуйста. Да. Еще раз. Посмотри на меня, Ваня. Не бери за вкладки, за туловище. Бери здесь и отворот. Вот здесь. Вот так. Вот он левой рукой старается взять. А ты правой раз. Вот здесь возьми, вот у плеча. И все. И будет время. Ничего не делай, походи. Хаджиме. Саня живой? Али. Получил? 10. Ну, отвечай тоже задницу. Да? Вот. Подай ножку, покажи, она залезет, да? А Петя, где Биня? Ну и что не того. Николай Мате, Петя Мате. Аккуратно там. Стоп. Устал. Надеюсь.
ты с Косеки был? Эй, ты устал? Сыгу, да? Ты в доме свой? Нет. Почти браво, браво, да. Вот видите, Андрей сделал сортир маленький. И получил монтаж. Вашего завода. Андрей. Николай, вперед. Призов суд. Согнуть его в барабанный рог. Вам выпрямиться сзади, не выпрямиться передний. Давай, давай, давай. Суд призов. Матей, стоп. Еще 2 минуты. Хачмен. Санек, не умирай! Вот ты в ссылку не был? Пятница, смотрите, какие вы мертвые твои. Вот. Давай. Thank you.
Сильвер, что такое бить? Ногу. Преображение квартиры. Да, неудачно получается.